приехали в парк, заставили меня сегодня припереться в этот парк в такую ветреную, холодную погоду, 18-градусную. Я так не хотела ехать, они меня заставили. Ну, то есть не они, а она. Вот эта вот девчонка, которая приехала из Амура, то есть Амурской области. У нас там холодно, снег лежит, да. Минус 20. Видишь, у них там поэтому холодно. Даже если бы здесь было плюс 10, я бы тебя все равно в парк вытащила. Все равно бы она. Ну ладно, я бы одела бы свой тепленький костюмчик бы и приехала бы. Вот так вот, смотрите, гуляем. Ветер мне не нравится, конечно. Ну а так, людей много. Все гуляют. Но мы сейчас тоже погуляем чуть-чуть, посмотрим. Сходим в какую-нибудь кафешку с Уэнкой. Поедем домой. У меня дел столько, а я тут гуляю все. Короче, смотри, здесь такие закуски, перекусы, а там ресторан. Но там долго ждать, она говорит. Здесь есть супы и покушать можно. Здесь будем или туда пойдем? Перекусим. Ну, давай. Картофель, что это? Мы будем цветную капусту с кремом. Мне телефон забыла. С кремом из пармезана. Очень вкусные баклажаны. Очень вкусные. Я уже попробовала. Мы ждем основное блюдо. Котлетки из индейки с курочкой. Вот у меня смесь голубой матча. Голубая матча. Голубая матча. Я так и сказала. Голубая матча. Матча. Голубая. Алина, у нас по виничку-то ударяет. У меня отпуск, позволили. Походу, мне кажется, это ежедневный. Мы сегодня сильный клуб идем. Это какой клуб? Ей завтра надо ехать в этот. Да. В воскресенье? На уборку ее. А, нет, так, я перепутала. Не отпуск. Пардон. Пардон. Ну вот, сейчас ждем, никак не дождемся. Весенние бегут. Ну и долгожданные котлеты из индейки. Сейчас мы будем пробовать. Кругленькие. Котлеты, конечно, это одна котлета разделена на три части. Поехали. Мы не вдвоем, где ты еще кого-то позови. Покажу вам. Какой-то фонтанчик тут. Вот тут деревушки. Вот. Типа японского дерева сакура. Как оно называется. Ой, ну холодно, я уже замерзла. Пора уже быстренько заканчивать съемки и там.